Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать клюв для птицы из полимерной глины. Вот такие клювы я уже наделала. Пользоваться я буду глиной вот такой фирмы Фимасофт. Приобретала я ее у Леонардо. Эти у меня клювики большеватые, сейчас я сделаю поменьше. Буду использовать пил 3 сантиметра. Он легко мнется, как пластилин, хотя на нем даже и написано, что пластилин отверждающий после термообработки. Вот такой клювик у меня будет в готовом виде. Сейчас я его отправлю в духовку при 110 градусах на полчаса. Вот так они смотрятся в изделии в готовом. Клювик мой прожарился, твердый, как камушек стал. Хорошо пин держится. Сейчас я его покрою вот таким лаком. Той же фирмы Фима. Лаки для полимерной глины. Я оставлю на несколько часов сушиться. Лак этот я приобретала также в Леонардо, рядом с полимерной глиной. Так, я тут придумала приспособу, как сушить. Так вот я его оставлю на несколько часов. Вот и все. Что я хотела сегодня вам рассказать и показать. Благодарю за внимание. Всего доброго.